Привет, я надеюсь, вы еще помните, что программа VIP Кадисона 2 – это чисто музыкальная программа. Ну, а форма одежды – это понятно. В дни проведения чемпионата Европы, когда там играет сборная Украины, какая еще может быть форма на болельщике? Впрочем, все равно, в первую очередь, речь пойдет о музыке. Ну и, как вы знаете, обычно мы подводим итоги прошедшего дня города и показываем лучших исполнителей с нашей точки зрения, которые были на концертных программах в День города. На День города главный концерт состоялся в пятницу во дворе детской школы искусств. Там выступали, ну, с моей точки зрения, лучшие рок-команды и исполнители очень хорошие. Но мы немножко задержались с началом концерта на предыдущем мероприятии, поэтому в виде пролога фрагменты из выступления тех, кто открывал этот замечательный концерт на День города. Один из самых успешных новых проектов к Дню города стал флешмоб, подготовленный разновозрастными словучанами. Ассоциация пенсионеров «Еще не вечер», университета для взрослых Дворца детей и молодежи, депутатов Молодежной рады Майбутни Славутича и стажеров Молодежной рады. А вот так проходила их генеральная репетиция. Jerusalem y Kayalami y Londolose Uhambenami Zumangishilana Jerusalem y Kayalami y Londolose Uhambenami Zumangishilana Daoyami, aikolana, busowami, aukolana. Ilo noloze, zuhamenami. Daoyami, aikolana, busowami, aukolana. Ilo noloze. Jerusalem, Ikayalami, Ikayalami.
после генеральной репетиции было решено, что выступать День города они будут несколько раз. Они участвовали и в 6, и в... концерте в пятницу.
а далее по два номера от каждого исполнителя. И причем начнем мы с коллектива «Нота Бена», в состав которого входят преподаватели. В будние дни они преподают нашим детям в детской школе искусств, ну а в выходные и праздничные работают в виде трио «Нота Бена» и играют, с моей точки зрения, очень на высоком уровне классическую музыку. Рекомендую послушать. Thank you.
наш следующий исполнитель – группа Family Band. Я думаю, что группа вам хорошо знакома, и несмотря на то, что мы знаем уже эту группу не первый год, но их ударник по-прежнему самый молодой участник любой концертной программы. Стучит он на ударнике хорошо, так что можно сказать, что он лидер этого коллектива. Ну а на этом концерте группа превратилась в квартет. Совершенно неожиданно, мне кажется, в виде импровизации. Сначала на заднем плане появилась подтанцовка в виде юной девушки, и причем, по-моему, она младше, чем ударник. Ну а уже в конце она вообще вышла на первое место и была как бы в центре кадра. Итак, группа Family Band с подтанцовкой. I found a love for me. Dive in, just dive a deep. Follow my lead. I found you beautiful and sweet. Where I never knew you will be somewhere where we show me. Riding on a truck, leaning in my blanket, just on my blanket.
И укулеле дуэт «Чай для двоих», «Tea for Two», замечательная команда, состоит всего из двух человек. И когда их слышу и вижу, я всегда вспоминаю один замечательный мультфильм, где впервые познакомился с игрой на укулеле. Дмитрий входит в состав этой группы. Он давно уже играет на гитаре, еще со школьных лет. Потом в его творчестве был замечательный ансамбль «Несграба». Они великолепно делали зарубежные композиции, перепевали украинских звездные команды и звездные песни. И Кристина, она начала петь сначала, а потом уже овладела укулеле. Команда интересная, можете в интернете посмотреть. Мы делали где-то год назад о них небольшой сюжет. Вот, а там о них вы почитаете. Ну, а сегодня вы их послушаете. Мы сподіваємося, що ви проводите дуже гарний час і хочемо його покращити ще. Поки не застане мене, буде з тобою.
хвилі напитись море, стати сильним. Небо миліє здання і луби, шукає вічність, знаходить, вбивається знову і знову, красне і земним своє небес. Та я не піду, трохи постою, поки роза не мене, буду з тобою. Небо так і не прийняло теорії буття, як я, бо ціле життя, бо ціле життя віддайте. Наш следующий исполнитель, хорошо знакомая вам группа, пожалуй, одна из самых старых групп, которая сейчас играет в Славутиче, это группа «Зварена в Украине». Хотя они тоже иногда экспериментируют. В частности, впрочем, давайте посмотрим выступление этой команды. Несет ветерок, задумчивых травах звеня. Но помню, что есть на земле уголок, где радость любила меня. Боже, как давно это было, помни только мутной реки вода. Время, когда радость меня любила, больше не вернуть ни за что никогда. С юных пор мечтал мне доверия и лжи, влюбленного сердца всевидящий взор мне верой и правдой служил. Боже, как давно это было, помни только мутной реки вода. Время, когда радость меня любила, больше не вернуть ни за что никогда. Место достойных побед. И тот уголок невозможно вернуть, где честностью радость согрета. Может быть, чужие края убила надежда моя меня. Может, эта радость моя поет, плачет и зовет, плачет и зовет. Хоть зло старается пуще добра. Забытая песня мне дарит тепло, как будто все было вчера. Может, не совсем я забыл время, когда радость меня любила. Может быть, один взгляд назад мне откроет будущие глаза. Может, не совсем я забыл время, когда радость меня любила. Может быть, один взгляд назад мне откроет будущее.
горящие глаза. И наиболее симпатичная мне группа Йокогама. Хотя, если честно и откровенно, первая половина названия мне не очень нравится. Мне, как поклоннику Битлз, совершенно не нравится Йоко, которая, с моей точки зрения, имеет самое непосредственное отношение к тому, что Битлз развалился. Я понимаю, они устали, 10 лет работали, но, тем не менее, мне кажется, что Йоко имеет к этому непосредственное отношение. Хотя сама группа, точнее участники группы, утверждают, что они больше относятся к японскому городу Йокогама. Есть такая песня об этом замечательном городе, и вот поэтому они так называются. Может быть, но Йоко мне все равно не нравится. Peace.
Сегодня на концерт Йовка Гамы специально приехал экс-депутат городского совета Ильгиз Искаков, который переехал в Киев и, с его точки зрения, там такую музыку уже играть не умеют. Хочу, чтобы все вместе поаплодировали этим великим людям, Валерий Никонов и его команда! То, что они делают, это на самом деле не просто музыка. Это возможность нам, людям, которые когда-то увлекались самыми современными ритмами еще в Советском Союзе, понимать, что это больше, чем наша жизнь. Спасибо им и спасибо Славутичу, что вы приходите на их концерты и вспоминаете, что мы вместе. Славутич, с днем города! Will you let it go to you?
Пошла такая взаимная отдача. Мы вам, вы нам. We can do it together.
И звездный гость концерта Артем Семенов. Скажем так, личность загадочная, неординарная, неожиданная. На «Голосе Украины», когда он там впервые появился, у него была кличка Ворон. Он действительно похож на такого-то тайного монаха. И вообще у человека достаточно шикарный диапазон, он ведет себя очень интересно и поет, я бы так, загадочно. Можно было бы даже посмотреть, или точнее посмотреть в интернете, как его восприняли звезды, когда он выступал, по-моему, в 10 сезоне. Некоторые его впервые увидели, и они были в какой-то степени шокированы, потому что, ну, не все могут выдавать такой диапазон. Ну, а песня «Духаст» — это своеобразное возрождение группы «Рамштайн». В концерте в День города во дворе детской школы искусств он был не один, его сопровождал алкоголь, поэтому некоторые его шутки были, скажем так, на грани, но, тем не менее, достаточно интересные. Своеобразная рекламная акция была проведена, и чуть позже он потом приехал в Славутички на концертный и выступал на самом концерте, где вел себя достаточно корректно, как сказали зрители. Ну, а на концерте за детской школы искусств он был чем-то во время, скажем так, пауз между песнями, он был чем-то похож на раннюю сердючку. Вы что, не співаєте? У вас школа мистецтв, дворец культури. Во-первых, у вас город зеленый, слушайте.
Да. Как у вас классно. Берегите свою родину. Оберегайте и вообще, дорогие друзья, выпью водички. Все поаплодируйте. Я вам хочу пожелать, чтобы, знаете, чего? Знаете, там, я хочу, чтобы у вас всегда было мирное небо. Это очень важно. Очень важно. Чтобы ваш город был всегда защищенный. У вас безумно красиво и чисто. Я когда заехал и был возле дворца, я удивился, думаю, боже, как красиво, как чисто, как зелено. Дорогие друзья, к вам приехал, знаете кто? Призрак! Все! Мой голос эхом стал души вашей, но не во сне теперь, а напрямик. В мой разум и прокопенный проник. Он мой двойник, двойник. Двойник.
Ну, еще нельзя не сказать об одном коллективе, группа Бентега. Они выступали, ну, точнее, они работали фактически вторую половину субботы. Группа такая, скажем, джазовый коллектив, очень интересный. И все было бы хорошо, если бы в первые два часа, когда мы снимали этот сюжет, и точнее мы рассказывали о том, насколько вкусное мясо было на центральной площади в городе, песня про «Подайте мне два ребра на стол» звучала раз 200 или 300. Ну, немножко поднадоело. Но, тем не менее, ребята поют хорошо, играют тоже неплохо. И поэтому музыкальный подарок с запахом шашлыка. Бентега. Черниговская джаз-банда. Финалом нашей музыкальной программы, точнее нашей музыкальной части программы, будет песня, ну, достаточно новая песня, которую спели работники киноконцертного комплекса «С днем рождения, город!» «С днем рождения, город Славутич!» И, естественно, вы увидите видеоряд о том, как проходил день города образца 2021. Рідне, буде хай тобі завжди.
ти в нас на серці так багато теплих слів і почуттів. Будем разом ще співати, варто тільки почекати, ще багато відкриттів. З днем народження, місто! З днем народження, рідне! Буде хай тобі завжди легко, буде хай тобі завжди світло. Ну и причина, почему я, собственно говоря, в этой одежде, одежде сборной Украины. Мы уже на 75% вышли в следующий этап, достаточно ничьи с Австрией, и сборная Украины пойдет дальше. То есть мы увидим как минимум четвертый матч, правда, в качестве соперников у нас там либо Италия, либо Португалия. В общем, ничего хорошего нет. Но с другой стороны, мы впервые за многие годы, во-первых, за 9 лет впервые забили и сразу 4 гола. И, кстати, являемся одними из таких хитовых направлений. У нас Ермоленко, точнее дуэт Я-Я, считается сейчас самым мощным дуэтом на чемпионате Европы. Он забил уже 4 гола. В общем, есть за что поболеть. Есть от чего получить радость. И я надеюсь, что 21-го в понедельник мы снова увидим голы. И снова порадуемся за сборную Украины. На сегодня все. Пока. А голы, они это сплошная музыка.